Дорогие друзья, всем здравствуйте! Финальный батл в этом году с Арамом ГХГ. Здорово! Привет, я готов, я готов. Я унижу тебя. У тебя же на канале. Вот так. Короче, с чего все началось, ребят? Это батл не просто так, ради интереса. Началось все с того, что Арам обиделся, что я ему никнейм сменил. Мужик не обижается. Обиделся, обиделся, ребят. Посмотрите его ролик, он там чуть не расплакался. Я записал ответку. Я записал ответку. Ты чё, алло? Тоже поменял ник, предложил там условия с наказанием и вызвал на батл. И сказал, давай так, чтобы было все справедливо. Он просто считает себя как бы жертвой, что он с холдиком, никнеймом остался. Я говорю, давай так, батлим, и пускай рандом решит, кто из нас, ну, будет жертвой. То есть придумаем наказание, все дела, там, порофлим, и сделаем это в стиле батла. Он принял вызов, это просто время уже прошло, возможно, уже забыли. И вот только сейчас мы столкнемся в схватке. Итак, внимание. Правила батла остаются такими же. Чем больше бойцов выбиваешь, тем больше баллов зарабатываешь. За редкого 1, за сверхредкого 2, за эпика 3, мифик 4 и лего 10 баллов. Проигравший выполняет наказание победителя. Я ГХГ наказание уже придумал. Это покраска бороды. Помните мои предыдущие батлы? То покраска волос, то татуировка, то еще что-то. И вот я придумал ГХГ покраска бороды. А ты свое наказание озвучь. Я придумал следующее, тоже все очень банально, легко и просто. Холдик будет целую неделю записывать ролики в футболке с принтом. Какой принт? Я еще думаю. Есть несколько вариантов, например, Ауди говно, вариант ГХГ мой бог, вариант я давно обогнал Аурума, и чтобы он неделю сидел с этой футболкой. И вы еще ваши варианты накидайте обязательно. Еще не факт, что я выиграю, кстати. Да, ну прикольно, накидайте. Пишите варианты, залайканные мы обязательно рассмотрим, и возможно даже ваш комментарий будет вот здесь у меня на футболке. Вот прям, вот я неделю буду ходить с этим комментарием. Ну, принт, что напечатать, что нарисовать. Предлагайте. Ну, естественно, еще мы подумаем, он тоже подумает. Цвет. Цвет бороды тоже. Придумывайте, посмотрим, что какое. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. В описании будет ссылка на продолжение батла. Только так вы поймете, кто выиграл. Смотрите от начала до конца. Не пишите какашки тайм-коды. Смотрите ролики до конца. Ставьте лайки и начинаем. Ты готов? Дай еще скажу. Я еще кое-что хочу сказать. А что? Я тут только сейчас понял. Во мне проснулся армянин. Ребят, за 30 тысяч рублей я продам вашу рекламу на его футболке. На чем? На футболке моей. Татуировлишь. Какую рекламу? Реклама презервативов. Там сейчас магазин обратится. И такой, я презерватив. Ну, в общем, пишите, предлагайте. Самое креативное, самое залайканное. Вот то, что зайдет, то, что будет большинство просить, так и сделаем. Все. Мы за большинство. Начинаем. Начинаем. Поехали. Итак, давай покажем, сколько бойцов у нас. У меня 22 из 30. У меня тоже 22. По боксам. У него больше больших, у меня маленьких, поэтому плюс-минус шансы равны. Готов? У тебя путь к славе есть там мега-ящики? Вообще ноль. У меня тоже. Поэтому... У тебя сколько больших-то получается? У меня больших 9 и 366 маленьких. А, ну, кстати, невелика разница. Так, ну что, понеслась. Я начинаю. Не забудь синхронизироваться. Не забуду, не забуду. Поехали. Время от времени. А, ну это было самое главное. Короче, кто выбивает легендарку, тот победил. Что за... Ты какого хрена меняешь правила на ходу? Кто выбивает легендарку? А если и ты, и я выбиваем легендарку? Ну, тогда... Не, ну слушай, вообще, оно так и произойти должно. Ну, то есть лего эти 10 баллов. Ну, блин, нет. Это тогда, получается, смысла нету выбивать остальных бойцов. Поэтому, не, легендарка — это не билет на победу. Да. Слушай, а чё реально тебе написать на футболке? Ну, мы с тобой обсуждали, у нас много вариантов, в принципе, есть, да? Но у меня точнее. Да, вообще, есть такие варианты, приколы, с которыми я вообще без спору согласен, а есть которые сомнительные, там, знаете, отпишись от меня, XBET, говно, еще что-то. У меня просто с этим проблемы тогда будут. Но, короче, была, да, идея, чтобы он неделю сидел, и у него было написано «Отпишитесь от меня, пожалуйста». Блин, это, конечно, жестко, но это на самом деле правда наказание. Но смотрите, ребят, давайте так, если реально комментарии какие-то... Если, во-первых, ролик наберет много лайков, комментарии какие-то будут, которые наберут много лайков с наказаниями, и они реально будут рофильными и прям жесткими, мне будет это прям, ну, лень, ну, страшно набивать...
спринт этот, то окей. Я пойду на жертвы, но только с условием, если, ну, лайков до хера. Ну, давай какой-то лимит поставим на лайки, допустим. Я предлагаю следующее. Нет, лимит ты ставь, это твой канал, тебе виднее. Я предлагаю следующее. Если вот сколько ты сейчас лайков озвучишь, если вот соберет этот ролик, тогда, ну, не прям в следующем месяце, но через какое-то время, через 2-3 месяца мы повторим эпичный батл. Но уже у меня краска будет, которая где-то полгода будет держать. А я реально татуировку, да, бью на груди? С надписями XBG. Почему бы и нет? Нет. Я еще не поехал полностью. Я, конечно, люблю татуировки. Слушай, а почему ничего не выпадает? А я, кстати, вот если выбью, я промолчу вообще. Ты даже не услышишь вот так. То есть максимальная интрига будет, да. А, кстати, зрители считают, ты забыл сказать. Мы же не считаем. И у меня в ролике, и тут у Вани в ролике, ребят, считаете вы очки. И потом пишите, кто же победил, потому что мы без понятия до конца. Я специально не буду считать. Я тоже, я даже не знаю. То есть пишите вы, кто сколько. Я, вот смотрите, я ему не говорю, что мне падает, он мне не говорит, что падает. То есть максимальная интрига. Слушай, даже звездные силы считаются? Не. Блин. Вот, еще я даже, возможно, не буду до монтажа ролика смотреть результат, кто же в итоге выиграл. Вот когда уже залью ролик, буду читать ваши комменты. Вот отвечаю. То же самое. Я хочу до конца интригу. Да-да-да, вообще, вот только когда опубликуем. Буквально через неделю Новый год, и получается, ты все новогодние ролики будешь в футболке, либо я с крашенной бородой. Ну да-да, ну там только одна несостыковочка. Я на Новый год уезжаю к себе на родину, там я не найду, где напечатать принт. Но я как только вернусь, сразу это сделаю. Ну там буквально 5-6 числа. То есть, это не погода не поменяет. А вообще, с чего ты взял, что я буду набирать принт? Ты давай гугли краску. Да я сейчас другим занимаюсь, только не вздумай монтировать и просматривать. Понятно, ни разу не спалился. Что лего выпало, так радуется. Молчит. Ну блин, лего вряд ли. Да что, че он так радуется тогда, если это эпик или мифик, что там? Блять. Сколько минут? 7 минут, надо чекать. Ничего, я радуюсь просто. Я радуюсь, потому что осознаю, что скоро Новый год. Да. Снег пошел в башке, может, я этому радуюсь. Блин, меня это напрягает. Да расслабься, слушай, впервые что ли? Так. У тебя сколько еще боксов? Давай синхронизируемся. У меня еще 150. У меня шанс на регу не повышается. У меня 180, а у тебя? 150. Ну, у тебя меньше было изначально. Да. Это Кавказ. Да. Блин, что б тебе написать на футболке? Вот теперь я прям реально задумался, что ж тебе написать? Как-то я раньше думал, а вдруг я проиграю, что зря думать. Да. Вы ж не забывайте, друзья, что вторая часть еще есть, поэтому этот ролик еще ничего не значит. Все может поменяться. Да я сомневаюсь, он же еще не знает, что я выбил. А, кстати, я все забываю спросить тебя. В каждой нашей коллаборации одно и то же. Да. А какой у тебя холодильник дома? Марка? Бренд? Да. Блин, я не знаю, а какой. Могу пойти посмотреть. Ты что, не выкупил? Ну ты холдик. Холодильник, холдик. Шуточки за 300. Ну это да, шуточки за 300. Да не, ну у меня уже настолько уже иммунитет. Холмик, холодильник, холодец, хохолдик. То есть это все уже в прошлом, это уже. Блин, везет тебе, я тупо ГХГ и все. Просто. У меня что, в школе кличек не было? Что, когда YouTube канал создал? Просто ГХГ. Ну блин, с трех букв трудно что-то там. Слушай, я такой... А, кстати, мне тут настучали, говорят, ты донатишь без моего кода. Без твоего кода доначу? Да. Кому? Я никому не доначу. Не, ну ты на аккаунт донатишь же? Тебе? Да. Бывает, да. Так нету кода холдика. Ах ты, нехороший человек. А твой код не убрали? Не, я договорился. Слушай. Да я там вообще, ну хочешь я расскажу, я так по-тупому спалился. В чем? Короче, ну, в Clash Royale было обновление с новыми скинами башни на Новый год. И они, короче, прислали красивые картинки. Ты помнишь еще в ролике сказал, какая у него красивая шапка канала?
Да. Я, короче, взял, отфотошопил и сделал шапку канала. Еще до обновления. Они заходят на мой канал и видят, что там скины башен, которые еще не реализованы. Из-за этого? Да, и они посчитали это слип. Типа, все, ты слил, ты подписал с нами договор. А я даже не заметил, что этих скинов еще нету. Да я сам не заметил. И, ну, я типа, я просто, я же и рамку сделал. Я просто сидел полдня, фотошопил сам, потому что у меня мамкины дизайнеры уже вот тут вот. Я теперь сам все делаю. Так ты сам шапку делал? Да, я там немножко изменил из того, что они отправили. И, короче, через Google переводчик я объяснялся, что за 3 года в первый раз я случайно, простите меня. И сейчас без кода останешься, без браста. А где вы переписываетесь? У вас сайт какой-то? Или? Ой, слушай, типа Аськи Slack. Кто? Slack. Типа Discord, короче. А. Но другое приложение. Ой, у меня пальцы устали. Вань, потыкай за меня. Давай. Слушай, а сколько тебе выпало, только честно скажу? Я давайте скажи, не говори кто, просто скажи количество, сколько. А сколько у тебя боксов? 30. У меня 40. Но у меня еще 40 больших. А. Тебе сколько бравлеров выпало? Просто количество. А тебе? Не, ну ты первый скажи. 2. Да ладно. Серьезно? Да. Вот жду 3-го. Не один. Ну, блин, у тебя Лего, я так чувствую. Ты так радовался? Да нет, ты чё помнишь? Какая Лего? О чем ты? Ну, да. У тебя 2 фуфло, да, наверное, какой-нибудь выпал? По-любому, по-любому. Я умею держать интригу. Ты чё, интригант? Да. Я боксы когда часто открываю, вот, и мне уже просто так неинтересно открывать, я начинаю придумывать какие-то штуки. И я придумал тренировать в себе нулевую реакцию на выпадение леги. Вот просто проигнорировать, как будто я не увидел, что она выпала, понял? Вот. Но, как мне, сука, не получается. Подожди, это как мне в Clash Royale леги падают, типа я сижу такой, о, лего. Ну, в Clash Royale это понятно уже. Типа, ну... Так, ну, я открываю большие. Блин, я тоже, у меня 9 штук их, вообще, блин, печаль. Блин, у тебя 40 штук, по-любому у тебя сейчас что-то еще дропнется. Блин, ребята... Слушай, ты же выбил 2, я тоже должен выбить 2. О, я могу в магазине купить кое-что. А, да, да, кстати, да, за гемы можно покупать? Не, ну меня просил не покупать, он копит на лего гемы. Серьезно? Хотя зачем ему лего, если я ее выбил? С другой стороны. Так... Мне осталось 2 бокса. Сказал, даже. Мне ничего. А какую лего он просил? Мысли вслух. А, ну, не ту, которую я выбил, однозначно. Понятненько. Так, ну, у меня осталось 1 бокс. А какую ты выбил? Я жду. Желтый фон был какой-то. Я не помню, кто это. Блин, Вань, ты меня сейчас до инфаркта доведешь. Ты выбил лего или не выбил лего? Интригант. Не знаю. Так, у меня 1 бокс остался. Блин, подожди, у меня еще 20, чуть меньше 20. Давай, слушай, а если мне мой насчет гемов ничего не говорил? И... Табиби, это что, это разве много? Открывай дальше твои сундуки. Я просто тренирую смех, я в драм-кружок хочу поступить. У тебя всего 1 был. Да не может быть. У тебя всего 1 был, не придумывай. Я не верю в счастье Холдика. Ты там что, инфаркт получил? Не, нормально все. У меня последний. У меня тоже, все уже. Слушай, ну чё, я гемы трачу, мне никто ничего не говорил. Нет, или так, это нечестно? Так нечестно. Думаешь, нечестно? Думаю, да. Нет, думаешь, говорит, нечестно? Нет, нормально всё. Я всё. Ну я тоже всё. Ну всё, получается. Так. Ребят, в комментариях пишите, у кого сколько очков, и обязательно напишите еще под моим роликом, у кого сколько очков, чтобы мы понимали. Да, только напишите делает. Мне уже общее количество очков под моим роликом и под его, а то когда вы напишите только у меня, ну, это непонятно. То, что я у себя выиграл, это понятно. В смысле? Я вот вам показываю, вот видно, да, вот видно, вот 4 новых браузера, у них вот написано новый. Вы должны посчитать. Ну что ж, продолжаем батл. На другом канале. Вперед? Да? Гоу.
Все, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, считайте баллы и предлагайте условия, точнее варианты для наказания. Всем удачи, всем добра, пока.